Накануне поездки в Минск Владимир Путин провел телефонный разговор с Бараком Обамой. Как сообщили в пресс-службе Кремля, он состоялся по инициативе американской стороны. Президенты России и США обсуждали ситуацию на Украине и пути выхода из кризиса. Владимир Путин дал развернутую оценку обстановки с учетом последних российских предложений, которые планируется обсудить сегодня в Минске в нормандском формате. Лидеры двух стран подчеркнули важность политического разрешения внутриукраинских проблем, прекращения кровопролития и обеспечения законных прав жителей всех без исключения регионов Украины. Также Владимир Путин и Барак Обама договорились о поддержании контактов на различных уровнях.